Китайские стартапы почти полностью вернули деньги инвесторам, которые участвовали в их ICO. Об этом сообщает ETH News, ссылаясь на информационный портал Синьхуа. Компенсировано на данный момент более 90% проектов, которые проводили продажу монет на китайской территории. Часть криптовалютных бирж также начали возврат средств пользователям за приобретенные токены. По дополнительной информации, деятельность 4 из 17 обменных площадок, работающих на китайской территории, уже полностью прекращена. Остальные же готовятся к открытию, предварительно объявив дату завершения работы. Как сообщалось ранее, действующие криптовалютные биржи закроются на китайской территории до конца месяца. При этом OKCoin и Huobi будут работать еще по меньшей мере месяц, отказавшись от торгов в парах с юанем.